как первый. Масло плавает в воде. Шаг второй. Человеческое тело на 70% состоит из воды. Шаг третий. Ждем под дождем, и ты знаешь, что все наконец-то могут летать. Подожди, что происходит? А ты? Где я? Где все? Где кортик? Тоби? Черт возьми, с тобой случилось. Кто это сделало? Какого? Не подходи. Отойди от меня. Говорю, отойди от меня. Что я сделал? Это не моя вина. Почему? Я просто троллю. Да? Это не моя вина. Да. Я просто троллю. Да, троллинг. Все это просто троллинг. Это прекрасный день на улице. Чувствую себя так хорошо. Я дышу уличным воздухом. Это так приятно видеть людей, ходящих мимо. Это похоже на время троллинга. Как затроллить своего лучшего друга? Шаг первый. Следуй за ним. Шаг второй. Подожди момент. Шаг три. Чертовщина. Кто ты? Мой лучший друг. Я не знаю тебя. Но я знаю тебя. Привет, отец. Оставь это испуганное лицо и вернуться, это просто, тебе просто нужно улыбнуться. Хватит, хватит на все это, черт, улыбнись, лучший друг, а чем ты, блять, возьми, ты говоришь, я никогда не вижу тебя в своей. Чтобы ты улыбнулся мне, ты посвящите мои меры. Кто это, черт возьми?
Уникальный способ, чтобы стать по-настоящему счастливым. Теперь давай начнем. Черт возьми, такое происходит, что с голоса. Голоса? Что они говорят, отец? Ты тоже говоришь, чтобы улыбаться. Да, улыбаться, грязь. Тебе просто нужно улыбнуться. Дело 23. Улыбающийся. Пожаловать. И знаешь, я люблю игры. Не хотите сыграть в игру? Она довольно простая. Она называется «Орел или Решка». Если ты согласишься, я уверен, что это будет весело. Замечательно. Вы знаете, здесь я явно главный. Тогда начнем. Вперед. Не выиграл. Долгое время не выходил из своего дома. Может, стоит навестить его? Уже несколько месяцев выглядит неважно. Не волнуйтесь. Действительно уверены. Конечно, уверен. Я вас не слышу. Правильно. Вы здесь. Я видел вас. Случилось с моим телом. Боль. Я чувствую боль. Боль. Чувствую боль. Прошу вас, помогите, мой друг. Не подходи. Я говорю, отойди от меня.
Тоби? Черт возьми, с тобой случилось. Кто это сделала? Какого? Не подходи. Отойди от меня. Говорю, отойди от меня. Ты готов отправиться лестничные небеса? Ты убегаешь от меня. Просто хотел тебе задать вопрос. Ты моя сестренка. Прошу еще раз. Где моя сестренка? Это не моя вина, это просто... Троллинг. Это просто... Троллинг.